Всем привет! Добро пожаловать на наш канал Лилия и Сей. Сегодня у нас поездка из Азербайджана в Грузию. Увидимся! Едем. Мы сейчас проезжаем Кабеля. У нас водитель, а это дети. Ну что, дети? Скажите. Мы сейчас мы приедем в Кабеля. Мы позавтракали. Сейчас едем в Кабеля. А малыш что делает? Анар? Улыбнись хотя бы. Кель? Сонный, наверное. Ну что, как настроение? Отлично, да? А папочка уставший. Может, сейчас немножко отдохнет, пока мамочка за рулем. А это наши друзья впереди едут. По дороге в зиму приехали за Катала. И решили тут попить чай. Есть такой город. Тут есть много. Асель. Привет. Да, до границы остался всего один город Балакяна, и все. И мы скоро будем в Грузии. Да. Будем снимать и показывать вам, что мы там будем делать и как гулять и развлекаться. А вот в таких домиках мы будем пить чай. Вот. И Азербайджан нам что говорит, Лейлиш? Что написано там? Яхшиё. Счастливого пути. Мы уже в Грузии. Едем в город Телави. Проезжаем по Лозаннской долине. Да? В районе Кахетии. Заснеженными вершинами, виноградники, повсюду. Барашку. Солнечная погода, температура почти 17 градусов, почти от очень 17 градусов. Жара. Надеемся, завтра тоже будет хорошая погода. Мы уже в Телави. Вот наш отель. Как? Да. На втором этаже наш номер. Лилиш. Идем на лифт. На лифт. Анарчик. Анар. Анар. Здравствуйте. Вы нажали на кнопочку? Да. Так. Где, я снимаю. Где наш номер? Вот там наш номер 206. Нет, не 206, 203. 203. Вот. Да, наш. Открывай, папочка. Что? Номер.
наш номер. Две комнатки, да, здесь? Здесь кроватки, столик и еще одна комнатка. И здесь две кроватки. А здесь окошко. Располагайтесь. Привет, Лилишка. Доброе утро. Вот мы проснулись в нашем отеле. Да, пошли позавтракали вот там. У нас был шведский стол. И скоро собираемся из этого отеля выписываться. И куда мы пойдем? Посмотрим достопримечательности Тель-Авива, а потом поедем куда? Тбилиси. Да. Наша машинка ждет нас. Сейчас покажем, какой вид на втором этаже, на горы. Пойдем на второй этаж, на балкон, покажем, какой там вид красивый. Вот такой. Василечка, слезь, пожалуйста. Ну, красивая. Вот такой красивый вид на горы открывается с балкона. На горы так снег идет на высоту. Красота? Да. Вроде тепло, а на горах еще снег есть. Да. Жарко, солнце, а там снег. Тут есть такая пальма. Она не настоящая, наверное. Айсель, как твои дела? Как спалось? Хорошо? Пойдем собираться дальше? Продолжим наше путешествие. Анарчик? Да. Поедем в Тбилиси. Это же наше путешествие только начинается. Лили, а ты что купил? Я хочу. Покажи. О, новенький. Все, сразу меняем. Жарко нам стало. Тут мы думали, холодно в Тбилиси, а тут жарко. И оселечка, да? У тебя как дела? Тоже сапоги снимаем. Ничего, снимай. Только Анарчику осталось купить, да? А где Оселька?
Да, мы нашли вот такой красивый фонтанчик. Сегодня прекрасная погода. Вон даже есть мой любимый Макдональдс. Но мы туда не пойдем. Пойдем дальше, посмотрим, где качельки, карусельки. О, мы наконец нашли. Ну, ты боишься, значит, ты не пойдешь. С тобой пойду. Мы нашли много качелей и лазалок всяких. А вот это что такое? Где? Вот мальчик. А нас встречают. Кто? Посмотрим, что у нас тут есть. А это можно только тем, кому уже исполнилось 12 лет. Вот здесь написано. Это аппарат. Здесь, наверное, карту нужно брать. Для того, чтобы играть, наверное, нужно карту брать. Давайте возьмем подругу с мамой. Посмотрим. Такая горочка здесь. Это что? Это стоит у нас 5 лари. Сейчас. О, можно лезть. Смотри, это стенка для лазания. Видела? Вот туда. Да, там положи. Сними кофту. Асель тоже скажи, пусть снимет. Девочки побежали в лабиринт. Лейли. Сейчас появятся наши девочки. А, привет, девочки. Меня везде ногу ударяло. Вышка. Да, через горку лезут. Так,
добрались.